кавалера во все века на белый вальс, и было все белым-бело. Потупив взоры, не смотря по сторонам, через отчаяние, молчанье, тишину спешили женщины прийти на помощь нам. Их бальный зал величиной во всю страну. Куда б не бросила тебя, куда б ты не исчез, припомни же, пап, как был ты бел. Будут ждать тебя из моря и с небес, пригласят на белый вальс, когда вернешься. Ты внешне спокоен, средь шумного бала, но тень за тобой тебя выдавала, металась, дрожала она в зыбком свете свечей, и бешено кружа, и бережно держа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не стой же ты! Руки сложа, сам не свой и ничей. Светом упругий Карл у гибкой Клары крадет кораллы своим кларнетом. Это белый стих и белый танец. Игорь Павлович, ну что, может быть, нам действительно, давай для женщин. Ты же ведь сегодня вдохновлен женщиной. А вы выпить, я устал. Мы выпили только уже. Одно заветное, другого не будет. Звезда любви, звезда печали, звезда моей последней, и будешь вечно неизменная в душе измученной. Лучей небесной силы вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори. Верхотурье пошло. Вот это знаменитое верхотурье. В начале 16 века. Thank you.
Распутин? Ага. Сейчас храм полностью восстановлен. Ну, кедры уже не восстановили, кедры все не вырублены. Но это вот, вы видите, подлинные фрески с храмом. То есть роспись вся была заверена. Когда художники, иконописцы уже там хотели расписать, да, то побелку уже невозможно было вместе с побелкой просто послать. И вот несколько фресочек они сохранили. Ну, как бы, вот этот храм более всего был осквернен. Здесь это был спортзал, а в этом храме была псарня. То есть держали собак для охраны кого-то. Семена Анинская церковь. Значит, храм был заложен в 1856 году. В 1858 году он был освящен. И вот годы существования колонии он таким образом был осквернен. Ну, это самый первый храм, который был восстановлен. В 1991 году он уже был здесь. Икону Покрова Богородицы, которая была. То есть храмы были большие, были стены и использовали уже, ну, как столешницы. Или были даже у нас здесь целые улицы выложены. Здесь было же 15 храмов, после было такое. Ну, вон внизу то. Здесь часть его наград, значит, одна медаль дана была к 300-летию дома Романова, а вторая серебряная за усердие. Ведь построить такой храм, думаете, это легкая ноша, ее пробовал взвалить на себя Арефа, но в 903 году он умер. Поручено это было архимандриту Евгению, но он тяжело заболел, потому что вот одно слово только, храм такой воздвигнуть. Вот. И вот справился с этим заданием архимандрит, впоследствии уже архимандрит Ксенофон. Вот вы видите в макете этот храм, выполненный из бумаги студентами архитектурного института. Вот кусочки фаянсового иконостаса, разбитые в дребезги в годы советской власти. А изготавливался он в товариществе Кузнецова в Москве. Сейчас его заново возродили, изготовлен он с Исерки, на Сесерском фарфоровом заводе. Вот сейчас идет установка. Вот центральный иконостас, вот таким он будет. Вот боковые, Симеоновский предел и Успение Божией Матери. Ну, Стародвижского собора выложен был плиткой. Ну, здесь вот одноцветная плитка показана, а там вот в уголочке у окна вы увидите цветную плитку. Ну, все было растащено. Вот когда монахи сюда пришли, то пол голый стоял. Все 137 окон было разбито. Решетки вот эти кованые, вы видите, одни из них сохранившиеся, ничто, неизвестно, где они находятся. Вот их вообще нет.
образец, как образец, как образец. У были сняты кресты, 15 крестов, вот был 21 крест. Вот купола покрыты, вот когда убейте вот этими куполами, такого голубого. Вот наш гёрт пойдёт в этот момент.